И последнее. 1 мая на набережной Центрального парка культуры и отдыха состоится театрализованный праздник «Мәңгелек-ел Казахстан», посвященный Дню единства народа Казахстана. Мероприятие начнется с красочного пролога «Бибитшлек Уялаган Байтерек», в котором гармонично сольются культурные традиции различных этносов, символизируя единство народа Казахстана, роль казахского народа в укреплении дружбы и межнационального согласия, преемственность поколений и будущее страны. Творческие коллективы и этнокультурные объединения Карагандинской области в вокально-хореографической композиции «Аялы Алакан» подчеркнут многовековую историческую связь. Продолжат мероприятие ежегодный 19-й областной фестиваль национальных культур «Шаңырақ дружбы». В нем примут участие около 30 этнокультурных объединений области.